Рекламно-информационная программа. Культпоход. Мы начинаем культпоход. Для кого? Для чего? Для вас, конечно, уважаемые дорогие наши слушатели. Здравствуйте. Новогодний культпоход действительно в эфире. Вас приветствует ведущий весь всего этого действия Николай Голиков. И Владимир Сметанин. Как настроение, Николай, предновогоднее? Прекрасное новогоднее настроение. Как вы понимаешь, Владимир, как бы дни даются трудно, но весело. Дни даются трудно. Прям с утра вот, да? Да, потому что, да. Что-то наваливается и приходят, тяжело. Приходят, поздравляют, ходишь, кого-то поздравляешь. Как да. бы все немножко в такой приятной суете, но довольно-таки так напряженно немножко. Напряженно. Я хочу поздравить, да, не скорее только наших слушателей с наступающим Новым годом, но и наших дорогих гостей, наших коллег, наших спикеров, которые к нам приходят, и мы обсуждаем самые разные темы. И спасибо вам большое за те подарки, которые вы тоже несете в нашу редакцию в эти предновогодние дни. Нам тут сыто. Весело благодаря этим подаркам. Конфет куча, шампанское, все присутствует. Огромнейшее вам спасибо. Спасибо. Ну и, конечно же, мы сегодня будем разыгрывать всевозможные подарки, как обычно. Да, сегодня, кстати, список длинней. Да, длинней, потому что у нас длиннее два часа. Обычного. Первые два часа, два часа все-таки Новый похода. Год. Да. Новый год, да. Новый год, время чудес. Да. Ну, сегодня мы без живого какого-то коллектива, я имею в виду музыкального, но я сегодня буду предлагать вам, уважаемые слушатели, звонить нам и петь. А мы будем вам в честь подпевать. Нового года, да. Или читать стихи, или какие-то байки новогодние, может быть, рассказывать. И поздравления тоже от вас своим друзьям, коллегам, родным. Можно близким, просто позвонить нам и красиво поздравить всех нас с Новым годом. Это тоже зачтется как правильный ответ. Второй час культпохода после 12 часов у нас будет кинематографический. Да, мы расскажем о нашем проекте, о проекте «Эхо Москвы» совместно с кинотеатром «Колизей», который называется «Артзал», который вот уже стартовал зимой, так сказать, уходящего года. В ноябре. И начнет активно продолжаться в этом году. Мы уже точно знаем, что 11 января мы снова встретимся в этом уютном «Артзале». На закрытом предпоказе какого-нибудь прекрасного фильма. Даже вам скажем, какого. Да, мы подробно все после 12 после расскажем. 12 ну, а в первом части культпохода мы ждем... Вот кого мы ждем из них? Мороза Афанасьевича или... Руслана Мамедова. Или Руслана Олеговича. Мороза Афанасьевича или Руслана Олеговича. Кого-то из них. Или два в одном. Или два в одном. Вот-вот. А может быть, оба двое, да. насколько вот, мы знаем. Они, пока или у Деда Мороза проблемы с парковкой, но он уже где-то рядом. Вот ведь, ё-моё, сани даже негде припарковать, да, Деду Морозу? Да, олени тоже, как ты видишь, требуют места. А, кстати, на чем наш Дед Мороз передвигается? А мы сейчас узнаем. Это Санта-Клаус на олени-то передвигается. Мы сейчас узнаем. Он нам все на расскажет. На тройке лошадей? Понимаешь, Деды Морозы ведь тоже разные Деды Морозы. Вятские, может быть, на чем-то особом. Может, на медведях, я не знаю. На медведях? Да. Или, не знаю, кабаны какие-нибудь запряженные, или зайчики. С волками у нас в лесах проблем нет. Может, эту запрячь братью. Кстати, в городе, вот сейчас обсуждали, да, до начала программы, царит какая-то уже такая интересная атмосфера. Я сегодня ребенка в садик отводил, как-то и людей поменьше на дорогах, и машин поменьше на дорогах. У меня было ощущение, что сегодня не 30 декабря, а 1 января. Сегодня 29-й, Николай. А, сегодня 29-й? Сегодня еще 29-й, что ж удивительного? А вот и Дед Мороз входит в наши двери. Здравствуй, дедушка Мороз, борода из ваты. Ты и чего нам тут принес? Он нам пончики принес. Пончики вятского Деда Мороза. И много всяких других красивых вещей. Мы тут поздравляем уже активно наших слушателей, наших гостей с наступающим Новым годом. Да. Это Руслан Мамедов в нашей студии. Добрый день, друзья. Добрый день, Владимир, Николай. Впервые, честно говоря, услышал программу, которая начинается по радио. Еду в машине, в которой я участвую. Так что простите за опоздание. Сегодня очень плотно, я хочу сказать. Мы как раз вот объясняли, что проблем с парковкой даже у Деда Мороза. Показалось, что как-то не очень сегодня плотненько. Или сейчас, видимо, все расшевелились, куда-то поехали за покупками. Да все кинулись в машины, Володь, нас слушать просто. У всех же радио в машинах, ну что ты. Да, прекрасно. Друзья, я вам принес пончики от Вятского Деда Мороза, подарки, раскраски. Я знаю, что сам Дед Мороз придет в открывашку 31 числа в 10:00. Так что я к вашим услугам и к услугам радиослушателей. Заострим ваше внимание. В это воскресенье, послезавтра в 10 утра у нас в открывашке будет Дед Мороз, самый настоящий. Вятский. Вот а чем, кстати, Вятский Дед Мороз отличается? Ну, вот от главного Деда Мороза, который... Да. Я благодарю вас, что вы меня пригласили в программу как одного из участников проекта «Вятский Дед Мороз». Это проект, который делает группа очень творческих людей. И ваш покорный слуга является, ну, назовем так это, продюсером. Да? То есть я продвигаю его, там что-то придумываю, участвую. Раскрутка. Да, раскрутка проекта. Этого проекта. Но... Представился такого крутящегося Деда Мороза. После того, как мы узнали, что, оказывается, морозное движение в России просто набирает колоссальные обороты. И рядом с нами есть удмуртский Дед Мороз Толбабай. Как?
Тол-бабай. 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 А татарский – кыш-бабай. Кыш-бабай, да. И башкирский тоже кыш-бабай. Да. Тол-бабай и кыш-бабай. Но мы уже не говорим сегодня о разных Дедах Морозах мира, да? Угу. Там есть и Пер Ноэль, и Дед Микулаш. В каждой стране Микулаш, свой, собственно. Дядомраз. Дядомраз. Как финский. Дядомраз – это сербский, по-моему. Сербский, по-моему. Дядомраз очень хорошо. А финский – Йолупуки. Да-да-да, Йолупуки. Причем он является, по легенде, родным братом нашего вятского Деда Мороза, потому что вятский, да, вятский Дед Мороз имеет финно-угорские корни. Он ватяк по национальности. Логично ведь, да? Логично, совершенно. Логично, да? И вот у нас появилась такая идея сделать вятского Деда Мороза. Он отличается тем, что, во-первых, у него одежда разукрашена под орнаменты дымки. Причем не в дымковские орнаменты, а чтобы сегодня не оскорбить, может быть, тех, кто является аплагетами, так сказать, этого жанра, этого ремесла, да. Потому что оно имеет свои каноны, оказывается. Да, оно имеет каноны, очень жесткие причем. Очень жесткие каноны, мы их уважаем, и поэтому все орнаменты, которые у Деда Мороза на платье, если вы, может быть, видели в интернете, где-то на аккаунтах, вот у меня на раскрасках, они как бы навеяны русскими мотивами, в том числе дымковской росписью. Это раз. Во-вторых, его образ несколько иной. Если канонический, классический Дед Мороз такой, знаете, «Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки». Коль, неплохо, да, я сказал? Хорошо получилось, да. Хочу вам сказать, что канонический Дед Мороз, он пережил ведь все перипетии вместе со страной. Вы знаете, что он был запрещен? Да, вятский. Нет, канонический, вот, классический Дед Мороз. Дед Мороз. Он был запрещен после революции, и потом он был даже репрессирован. Mm-hmm. Да, и только в 1934 году его обратно... Вот... Причем, по-моему, сначала только одну Снегурочку вернули. Да, большевики вернули. Если я не ошибаюсь, лично Иосиф Виссарионович вроде как бы дал согласие на то, что... Ну, безусловно, потому что независимо от идеологии, ребят, да. Детство, оно требует сказки, правда? И Дед Мороз в любой стране, я думаю, что это, ну, уже культурный сегодня, как бы сказала молодежь, мем. Mm-hmm. Культурный мем, да? Вот, поэтому... Культурный код, как бы сказал ученый товарищ. Не в смысле код, а в смысле код. Да. Наши скрепы, сказал бы Владимир Владимирович. А я сейчас тогда продолжу вот это ваше умничье и скажу, что наша вятская земля требует айдентики. Ну как вам это? Хорошо, хорошо. И поэтому у нас появился наш вятский Дед Мороз. Он немножко отличается, потому что, как он сам о себе говорит, что родом я из этих мест, знаю все этот окрест. Там вон речка, там овраг. Расскажу вам все без враг. Я ведун, лесной волшебник, ну а по-простому маг. То есть он добрый дедушка. Он такой, знаете, его даже дети называют дедушко. У него есть фольклорные, диалектизмы есть. Он разговаривает немножко с таким, знаете, немножко вятским, может быть, среднерусским, старческим таким акцентом. Такой дедушка, вот. Если бы он здесь был на 100%, конечно, он бы это показал. Ой, какой баскою дитё-то. Вот что-то такое, да. Кстати, детей он называет дитятка, птенчики. И знаете, дети его очень любят. Парадоксально, вроде бы Дед Мороз, он должен быть таким холодным, да, а этот очень теплый. Дети у него кутаются в бороде, сидят у него на коленках, обнимаются. У него посох не мобильный, посох его не морозильный, а компьютерно-мобильный. Вот, он еще продвинутый у нас, да. То есть он как-то общается с внешним миром с помощью... Если хорошего человека посох коснется, огонек на нем зажгется. А если на сердце снег лежит, огонек не загорит. Так, хорошо, что он сегодня без посоха пришел. Да. Он сейчас быстренько на чистую воду. Затем, значит, главный Дед Мороз у нас ходит, где он подарки хранит? С чем он? В мешке? Мы в мешке. Да, в красном мешке. Да. А этот ходит с чемоданом дорожным, большим, обклеенным. Вот его дорожный чемодан, он объехал много стран, как он говорит при себе. Много у меня родни, все морозики одни. Детям говорит, близко к нему не подходить, может крышкой зашибить. Вот. То есть все-таки характер-то у него есть. Он вы знаете, если что... Если дети баловаться начинают, он... Дедушка он такой, он немножко даже сварливый, я бы сказал, потому что он говорит там, особенно тогда, когда он бросается на защиту слабых, малых, и в своем послании главному Деду Морозу, после того, как тот ему вручил грамоту доверительную, а он ему вручает каждый год доверительную грамоту на хозяйствование, так сказать, на наместничество на вятской земле, это как раз тоже один из аспектов. Мне задают вопрос, какое отношение он имеет к главному Деду Морозу. Сейчас мы этого коснемся. Он в обратную сторону говорит, значит, я буду следить за тем, чтобы малые уважали взрослых, взрослые не забежали малых, а ежели кто плохое задумает или чего умыслит против них, так я уже их посохом, вот так он выражается. И тут главный Дед Мороз говорит, смеется и говорит, ну полно, полно тебе, Мороз Фанасич, экой ты забавный. То есть он смешит его, понимаете? У него прозвище есть Радушный. 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 Да. И при всем при том, что он Мороз Афанасич именно. Да, к этому вот можно сейчас, наверное, да, подойти. Да, можно. Но тут есть уже, вот я слышал у народа две трактовки вот этого отчества. Пожалуйста. Ну, одна, насколько я понимаю, это связано с нашим Вадимом Афанасьевым.
да, с нашим великим кукольником, сказочником. А вторая, это как у нас есть такой в области Афанасьевский район, такой весь таежный, весь такой холодный, весь такой северный. Мороз что нас, мороз, да, не из Афанасьева ли он пришел? Слушайте, интересно, если вот он говорит, что пришел я к вам из-за лес, из-за полей широких, из-за лесов высоких, дремучих, то, может быть, оттуда? Да, это самый такой, самый лесной район у нас. Кстати, вы знаете, вы натолкнули меня на мысль. Я хочу вам сказать, что... Резиденцию срочно нужно там сегодня строить. Сегодня в этом образе, я хочу вам сказать, участвует очень много людей. Сейчас вы тоже вот, волей-неволей, так сказать, в предновогодние дни поучаствовали в этом чуде. Я обязательно подумаю, Николай. Спасибо тебе большое. Это не моя идея, это просто то, что как бы люди говорят. Люди говорят, обсуждают, люди болтают. А я вам хочу сказать, что в этом вот образе очень много люди сыграли, большую роль сыграли. Не зря мы его называем народный зимний талисман ветки, потому что он сегодня обрастает какими-то легендами, участием. И я вам честно скажу, буквально вот вчера, позавчера мне звонили люди, которые вот занимаются в Кирове большими игрушками. Вот есть такие игрушки, они называются обнимашки. Мягкие. Хорошее название. Занимаются, в смысле, изготовлением. Такие вот ремесленники сегодняшние. Да? И просто сказали, нам нравится ваш проект, давайте мы будем с вами участвовать и будем делать большие куклы. Ну разве я мог отказаться? Или звонят, например, люди, которые делают совершенно чудные подарки съестные. Я к вам не случайно сегодня пришел вот с этими вкусняшками, потому что если те будут обнимашки, то от этого будут называться вкусняшки. От Вятского Деда Мороза. И здесь вот у нас на пончиках это как раз вот это тоже дымковский. Да, это тоже вот орнамент. Смотри, здесь, Володь, видно даже. Вот, а смотри, я вот в ноутбуке открыл себе, да. А ты в ноутбуке открыл, у меня ведь нет ноутбука, поэтому на картинке посмотрел. Николай, да, а посмотрите вот календарики, они же закладки, они же линейки. Что там написано на обратной стороне вот внизу? Волшебная закладка дарует знания, пятерки и желание учиться. Отлично. Самое то, что нужно. Вятский, это мы, кстати, все будем разыгрывать. И чемоданчик это, да? Вот, и чемоданчик. Да, мы сегодня подарим и вашим сотрудникам, и будем разыгрывать. И я мы думаю, это будем разыгрывать. Раскраска, да. Соответственно, и к ней в придачу еще и вот такая закладка-линейка. Ну, об Афанасии, я думаю, что мы, наверное, в следующей части поговорим, да? Да, ну, наверное, ну, сейчас сделаем. Ну, как в следующей части? Да? Сейчас пауза у нас будет. Потом мы должны уже начать розыгрыш начать. Да? 211-101. Мы все продолжим разговор потом. Да. И, собственно, подарки, в том числе и от нашего Мороза Афанасьевича, разыграем. Культпоход. Культпоход продолжается, да. 11:19 на часах. Мы сейчас тоже хотим быть Дедами Морозами. Да. Руслан Мамедов у нас в студии. Мы говорим про Вятского Деда Мороза. Он, кстати, давно ли вообще существует там? Вот он существует, вот так, хочу вам сказать, с 2015 года. С 2015. Дело в том, что в 2014 году в свою последнюю гастроль отправился Вадим Анатольевич Афанасьев. Вот. И у нас родилась легенда о том, что волшебники не умирают. Сегодня мы сделали прототип мультфильма, и дети в нашей вот его в доме музея, в мастерской, которая находится на подворье музея истории Хлынова, совсем рядом с парком Аполло, как раз смотрят этот мультик. Его нарисовал Андрей Поздняков. Это очень трогательный мультик. К нему сочинил Владимир Чеглаков музыку. Сейчас мы пишем песню. Вообще очень много песен написано. У нас в группе ВКонтакте есть песня «По снежным, по просторам». Дети ее распевают потрясающе совершенно. Сейчас готовится еще одна песенка под названием «Заготовки местные, вкусные, полезные». И у нас на Вятке стол всегда в достатке. Это как раз вот вместе с еще одним проектом, который у нас намечается. Я вдогоночку той теме, что звонят ремесленники и люди мастеровитые, значит, позвонили и сказали, у нас есть... Смесь для глинтвейна, знаменитый вятский чай, медок хороший, брусничное варенье, джемы и вкусняшки, они тоже пойдут под этим брендом. Вкусняшки от Вятского Деда Мороза. Вот и в 2015 году у нас родилась эта идея, мы начали ее думать с художницей Татьяной Коршуновой, мы это все прорисовали. У меня были консультации с очаровательной Анастасией Каминской, это супруга Романа Корнеева из «Вятка Тудей», двукратного обладателя ТЭФИ. Она натолкнула нас вот как раз на мысль о легенде о Вятском Деде Морозе, что, знаете, волшебники не уходят никуда. То есть они не могут умереть. Uh-huh. Они просто на время уходят туда, где они нужнее, но они непременно обязательно возвращаются. И вот мы решили возродить Вадима Анатольевича Афанасьева, поговорили с его сыном, с Денисом, поговорили с его семьей. И Татьяна Коршунова, которая знала Вадима Анатольевича, она прорисовала как раз вот образ Вятского Деда Мороза, очень похож на Вадима Анатольевича. Внешне похож. Внешне да. Похож. Николай знал. Прекрасно знал, конечно. Прекрасно знал его, и сходство налицо, да? Вот. Мы его запатентовали в Роспатенте, это... Да, у нас все официально защищается государством. Это все не шутки, то есть это серьезно. Это не шутки, да. Объясню почему. Потому что совсем недавно, буквально неделю назад, мне мои менеджеры звонят и показывают ВКонтакте клон. То есть написано группа «Вятский Дед Мороз».
Ну, я позвонил, совершенно интеллигентно поговорил с человеком, который это все открыл. Оказался он просто таким каким-то оголтелым поклонником, если можно выразиться, этого проекта. У этого проекта уже очень много поклонников. Вот он это все понял и переименовал эту группу, но тем не менее он сразу же влился в наше движение. В этом движении на сегодняшний день уже около 50 человек. Представляете? Угу. Совершенно разных. Это по городу пока еще? По городу, да. Это постановщики, это артисты. Сегодня в ДК «Родина» вышел полномасштабный спектакль. Он идет ровно час. «Сказки Вятского Деда Мороза». Я просто преклоняюсь перед Евгением Александровной Плотниковой, директором Дворца культуры «Родина», заслуженным работником культуры, и перед коллективом «Мелисента», которые воплотили это все. Это будет каждый год проходить. Проходят это утренники. Что такое? Музыкально-танцевальное? Что это такое? Это такой типа мюзикла. Мюзикл. Да, мюзикла. Угу. Потому что наш Дедушка Мороз, он еще у нас певец. Такой записной. Он записал 15 песен своим голосом. Голос у него такой немножко... Ой, какой чуть-чуть вот такой голос у него. Но, тем не менее, он спел песню «Колыбель льды», а «Олени лучше». Дальше он записал песню группы «Самоцветов», «Увезу тебя я в тундру». Он записал песню под Васютой группы «Первая, значит, белый снег, в моем городе вновь белый снег». Значит, «Я люблю вас, девочки, я люблю вас, мальчики», Рома Жукова. Он эстрадный певец, он дает концерты. В следующем году он будет заниматься диджейством детских дискотек, хочу вам сказать. Вот настолько он продвинутый. Так что его приглашать везде — это просто радость. Сегодня прям за диджейским пультом? За диджейским пультом, в черных очках, вот в таких же наушниках. Его дети просто обожают. Если учесть, что у нас зима, 8 месяцев в году, то он без работы, я думаю, не останется вообще. Вы знаете, я хочу вам сказать, что буквально вчера вновь наша мастерская, наш музей Вятского Деда Мороза пополнился еще одним экземпляром. Нам привезли из-за рубежа, из Швейцарии, а в Швейцарии очень много французских кантонов, и как раз из французской части Швейцарии привезли Пэр Ноэля. Это знаменитый французский Дед Мороз. Просто очаровательный, я его уже выложил в интернете. Таким образом, у нас собирается очень много персонажей, прямо живых. Вот есть такая у нас художница Елена Старыгина. Она сделала практически живого 70-сантиметрового нашего Деда Мороза. Мы его поставили в мастерской в окошко, и он смотрит в окошко и всех приветствует. Ну, ребята, я вас просто лично приглашаю. Где хоть? Значит, раньше у нас такая была на Герцена фабрика «Умелец», если вы помните. Сегодня она перепрофилирована в гостиницу «Постоялый двор». И все это ведет, возглавляет вот такой знаменитый краевед, филантроп Валерий Иванович Федяев. Я ему передаю колоссальный привет. И он открыл музей истории Хлынова. И там очень атмосферное подворье. Там даже парковки для автомобилей называются стойла и так далее, и так далее. Да, он такой очень человек удивительный. У него там номера просто в таких стилях, в разных, ну и, конечно, в русских. И вот у него там есть творческая мастерская, и на зимнее время мы его перепрофилировали. Но самое главное, что мы сделали исторический прорыв, проход, я не знаю, так сказать, и так далее. Мы объединили локацию вот этого подворья Музея истории Хлынова с парком Аполло, господа. Интересный симбиоз. Да, прорубили в полном смысле этого слова некую калитку в парке Аполло. И Валерий Иванович сделал потрясающие кованые ворота. И когда дети к этим кованым воротам подходят, там висит большой-большой красивый замок, а они до этого в квесте ищут ключ, открывают, все это открывается, и они попадают в сказку. Вы представляете? Это потрясающая история. Безумно интересно. Да. Безумно интересно. Здорово придумано, да. И тут мы ловим, смотрите, какой трафик. Здесь у нас и театр кукол. Будьте здоровы, Володя. Спасибо. Как бы дедушка сказал, лечитесь. Лечитесь. Заболели, подлечитесь, он скажет вам. Съешьте пончик. Там у нас и палеонтологический музей, и театр кукол, и парк Аполло, который на самом деле давно уже требует рукоприложения настоящего, контекстного. Потому что сегодня и президент России сказал о том, что нужно развивать исторические парки. А сегодня более исторического места, чем парк Аполло, нет. Он уже действительно намолен, это сакральное место для всех, и для нас с вами, для кировчан нашего поколения, потому что мы там детьми были, и для сегодняшних кировчан. Поэтому я очень благодарен Елене Васильевне Ковалевой, мэру нашего города, Илье Вячеславовичу Шульгину, я с ним познакомился, это глава нашей администрации, мой ровесник. Не сочтите за микошонство, я скажу в эфире, он хороший парень, честно вам скажу. Отличный человек, мы с ним просто поговорили. И я думаю, что после этих праздников, после каникул, мы всерьез возьмемся за этот проект. Ну, вот дай так. Бог, как говорится. Конечно, да, чтобы все получилось. Да, к этому удачному. Вы знаете, у города должен, наверное, быть какой-то свой образ. Но хочу вам сказать, что когда мы развивали этот проект, оказалось, что вот этот Дед Мороз, ради чего мы это делали, начал отходить на второй план. На второй и на третий вовсе. А на первый план начали выходить те нравственные постулаты и та история, и тот, как сегодня говорят, месседж, который он несет. То есть те
тексты, что он говорит, ради чего он это все делает, сегодня это выходит на второй план. И дед потихонечку отходит на... Понятно, да. Понимаете? Вот, то есть, неважно, был бы это дед или там, может быть, это просто был бы вятский дед или кто-то. Очень важен сегодня вызов у публики, да, и у населения, и запрос на четкую формулировку нравственных постулатов. И он сегодня вот эти простые вещи говорит. Простым языком. Ну, то есть вот это хорошо, вот это плохо. Это хорошо, это плохо. Вот он это... приходит сразу у детей, спрашивает, у кого есть дедушка и бабушка? Дети поднимают руку, и он говорит, сегодня вечером придете, обнимите бабушку и дедушку, позвоните им. А у кого есть собаки, кошки, бобры да хомяки? Дети смеются, говорят, бобров нет. Понимаете, вот он простым вещам учит этих детей. Мы сегодня забыли об этих простых вещах. И это большой отклик находит у педагогов, у родителей и у людей, которые следят за этим проектом. Кстати, педагоги-то участвовали вообще в формировании этого образа? То есть с детьми же нужно по-особому. Благодарен, что вы вот именно этот вопрос задали. Не в бровь, а в глаз, как говорится. Опыт все-таки ваш студийный чувствуется. И педагогическое образование. Журналистский, да. В этом смысле мы с вами коллеги. Я же тоже учитель русского языка и литературы. А в этом году мы в 143-м садике, в моем родном, садик «Искорка» на ТЭЦ-4, которому исполнилось 50 лет, и меня пригласили в этот садик как выпускника. И мы там, так сказать, участвовали в этих праздничных мероприятиях. Я видел своих воспитательниц, понимаете? Своих воспитательниц? Своих, живых, здоровых, понимаете? Я встал перед ними на колени, ребят. Людмила Алексеевна говорит, ты меня помнишь? Я говорю, ну как я могу вас не помнить, понимаете? И вот мы с ней пообщались, и эти педагоги, они так загорелись вот этим вятским Дедом Морозом, что сделали так называемый проект. Они начали за 2 месяца детей знакомить с этой легендой. Дети и родители подключились, они начали изготавливать своими руками какие-то, знаете, поделки, лепки. Родители начали вязаных Дедов Морозов привозить. Понимаете? Они оформили весь садик, они выучили эту песню, выучили легенду, они сделали чемодан. И, разумеется, на Новый год, на утренник к ним пришел кто? Вятский Дедушка Мороз. Самый Мороз, да. Это все отфотографировано, это все описано ими, это все запечатлено на видео, и сегодня это все систематизируется, получает рецензию, и благодаря Михаилу Исупову, нашему исполняющему обязанности... Минобр. Министерство образования. Звучит как Минотавр, да? Там. Минобр. Кем работаешь? Минобр. Минобр. Кстати, хорошее название для волшебника. Волшебник Минобр. Я, кстати, его сделаю. Как много у нас сегодня рождается в студии. Серьезно, это на наших глазах. Волшебник Минобр. Он нас послал в Институт усовершенствования учителей. И к нам пристегнул, так сказать, методиста. И теперь этот методист ждет наши материалы. Будет круглый стол. Мы это все оформим в методическое пособие. И я думаю, что со следующего года это будет рекомендовано для изучения в дошкольных учреждениях и в младших школьных классах. Через 5 лет ни одного человека не станет того, кто не будет знать легенду о вятском Деде Морозе. Как интересно. Вот. Действительно, границы-то все раздвигаются и раздвигаются. Ну, а в следующем году у нас уже есть приглашение в Голландию, в Германию. То есть, если все удачно будет, у нас будет морозомобили, мы поедем к русским детям. Но вот на заграничный проект, поскольку у нас проект называется «Вятский Дед Мороз International», на заграничную историю он называется «Russians Дед Мороз», то есть «Русский Дед Мороз». И опять чудо, ребята, вы понимаете, когда смотрят на нашего Деда Мороза вот в этих, ну, будем так говорить, похожих на дымку раскрасках, за рубежом сразу его идентифицируют с Россией. Потому что на сегодняшний день, как ни крути, наша дымковская или русская игрушка, как они говорят за рубежом, является полностью ассоциацией чего-то вот такого культурного русского народного наследия. И поэтому, если этот русский Дед Мороз поедет и будет он по праву, так сказать, разрисован в дымку, возьмет с собой эти дымковские все игрушки и будет нести наш код вятский, который будет представлять, так сказать, всю Россию, я думаю, что это будет только нам большим плюсом. Посмотрите, даже, вот, даже глядишь на него, белый, синий, красный, как-то ассоциация сразу с российским флагом даже есть какие-то. Я тоже вчера об этом подумал, потому что, знаете, мне присылают много видео, я видео выкладываю, люди спорят, какой им нравится, классический Дед Мороз, один, другой, третий, синий или красный. Потому что я слышал, что немножко абсурдная идея, конечно, в Питере запретить красных Дедов Морозов. Не читали вы? Да тут всякие абсурдные идеи. А знаете почему? Потому что Питер, ну это зенитовский город, и мы сказали, пусть все Деды Морозы перестанут ходить в спартаковские. Пусть будут синие. Ну, я тут считаю, конечно, это уже, наверное,
Зенит все-таки не синий цвет, голубой. Да, голубой, да. Это какой-то, конечно, голубые, это, конечно, какой-то абсурд, потому что я считаю, что вот таким традициям сказочным не надо сегодня какие-то реальности приписывать, чего у них нет. Да. Да. Иначе все Деды Морозы вообще коммунистическими станут. Что ж там теперь делать? Так, давайте срочно на рекламу сейчас сходим. Да, наши слушатели, я думаю, ждут уже, не дождутся. А ты прокашляйся. Розыгрыша. Я сейчас прокашляюсь в рекламе. И пончик съешь. Схожу за водичкой. Пончик съешь. Радиоведущий должен быть голодный. И злой. Голодный, злой. Давайте на рекламу. Культпоход. Прям натуральный новогодний культпоход у нас сегодня на 101.0. Руслан Мамедов с нами. Мы говорим о вятском Деде Морозе. Ну, сейчас давайте немножко прервемся, собственно, весь этот рассказ, все это повествование. Перейдем к главному, перейдем к подаркам. Подаркам, да. Давайте подарком. Озвучиваем, что у нас сегодня. Мы разыгрываем в первую очередь от вятского Деда Мороза раскраски. Ну, пончиков стало на один меньше, раскраски. Потому что к нам... А пончики мы не собирались разыгрывать. Пришла главный редактор радиостанции в Кирове, Света Занько, и забрала один пончик. Ну, так что вот, у нас совершенно прекрасные будем раскраски. Будем считать, что она что-то выиграла. И также универсальные закладки, они же линейки, они же календари. Да. Прекрасный новогодний подарок для детишек. Да. Вот. Далее. Прекрасный еще один новогодний подарок. Театральный новогодний вечер. 30 декабря в 17.00 в Драматическом театре. 12+. Просто изумительно. Театр на Спасской. Тайны волшебной страны. 6 января. 11 часов. 6+. Да. Тайны тоже, волшебной страны. Да, тоже музыкальный спектакль впервые за долгое время. Новогодний, да. У нас есть, как всегда, пригласительные билеты в кинотеатр «Смена» или «Дружба» на любой фильм. А еще в Колизее есть тоже. А еще, да, и в кинотеатр «Колизей». Но там в Колизее все-таки надо сразу оговориться, что вы сможете сходить в Колизей только после новогодних праздников. Да, потому что вот в эти праздничные новогодние дни, ну, по понятным причинам, да, очень много желающих попасть как в Колизей. Как раньше писали, да. Все билеты проданы. Да, все билеты еще проданы. Лично на меня два билета на 4 января в 13.00 ДК «Родина» на спектакль «Сказки вятского Деда Мороза». Ага. Так, ты внес в список подарков, чтобы потом не забыть? Я внес взнос. Деда Мороза, 4 января, да? 13.00, да, приходите. Я пока перехожу к книгам от магазина «Читай город». Вот самая такая толстая, жаль, сегодня трансляции нет, вот толстая книга, смотри, с каким аппетитным названием. Словарь спиртных напитков. Энциклопедический словарь спиртных напитков. Толстенная, красивейшая книга, свыше 3500 названий, представляешь? Есть история спиртных напитков от глубокой древности наших дней. Очень много поучительной, разнообразной, забавной информации. Причем эта книга научная, и она даже рекомендована для студентов, ну, скажем так, пищевых профессий, да, для изучения и использования. Она, кстати, обладает опьяняющим каким-то эффектом. А вот то есть... вот узнает человек, который ее выиграет. Читаешь ее, да, и как-то так поплыл. Ответив немножечко на наш вопрос. Книга Фредерика Бакмана «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения». В предыдущей программе выяснили, что это очень классная книга, и название ее не совсем соответствует ее содержанию. У нас как раз была переводчица, да, Варшавер. Угу. Ольга Варшавер. Ольга Варшавер. Ольга, она про эту книжку очень хорошо, интересно рассказала. В общем, книга классная, и название классное. Есть книга Павла Басинского «Посмотрите на меня. Тайная история Лизы Дьяконовой». Mm-hmm. Новое блистательное литературное исследование Павла Басинского, автора бестселлера «Лев Толстой. Бегство из рая». Книга посвящена Елизавете Дьяконовой, автору знаменитого дневника «Русской женщине». 16+. Да, еще одна книжка. Виктор Петрович Савиных. Я думаю, эту книгу можно так сильно не описывать. Это «Салют-7. Записка с мертвой станции». Многие видели фильм. Собственно, и дважды герой Советского Союза. Никому не надо рассказывать. «Наш земляк». Виктор Петрович Савиных. Ну, еще книжка такого интересного автора Михаила Самарский. «12 прикосновений к горизонту» — это светлая, добрая книга молодого прозаика, написавшего свое первое произведение в 13 лет. Ну, ограничение 12+. Да, и благодарим за эти книги. Магазины «Читай город» располагаются они по адресу Преображенская улица, 65, торговый центр «Театро», и Ленина, 103А, торговый центр «Крым». Далее. Ну что, пригласительные билеты. Пригласительная на выставку «Пирелли» на 3 персоны. Выставочный зал художественного музея на Липнете, 71. Давайте поясним. Это фотопортреты. Это, да, прекрасно. Знаменитый календарь. Женщин. Это сам по себе календарь, да. Еще помимо этого отдельные портреты, актрис. Я уже посетил эту выставку, на самом деле уникальная. Очень пригласительные красиво. Есть у нас на двоих на выставку Анатолия Белика. Ну, это мастер текстиля, это уже представлять, зал, да. Я думаю, не стоит. Пригласительные в главное здание художественного музея на выставку «Большая картина». Там действительно большие полотна. Огромные. Прям вот отзывы тоже в сети уже отличные просто-напросто. Далее у нас еще есть Николай. Пригласительные в галерею «Прогресса», конечно, на выставку Татьяны Дедовой, Хлынов, Вятка, Киров. А еще есть «Гауди». «Гауди», конечно. 5 января. Ресторан «Гауди» будет с двухлетием праздновать свое двухлетие ресторана. Наверное, кто-то из резидентов будет выступать. Да, оркестр, джаз, Вятка, биг-бенд. Под управлением, да, Владимира Наговицына. С Владимиром Наговицыным в главной роли, так сказать. Прекрасный совершенно коллектив. В программе традиционный джаз 40-х, 60-х годов. 20 музыкантов и много прекрасных солистов. 8 часов вечера, 5 января. Ну, а 7 января в клуб «12» вы тоже можете сходить к 19.00. Что это такое? Эбика. Эбика-квартет? Эбика-квартет. Ага.
Нам про него рассказывал Николай Донецкий. Николай Донецкий рассказывал. Четыре прекрасные девчонки, которые поют песни 60-х годов, советские и американские. Я их тоже видел, между прочим. Очаровательно. Ну и давай не будем забывать, что еще 11 января в нашем, скажем так, киноклубе будет закрытый предпоказ. Прекрасного российского фильма. Да, конечно, а что нам уже скрывать? Хорошо, я думал, во втором части будем озвучивать. В общем, на закрытый предпоказ вы можете попасть в фильма под названием «Карп отмороженный». «Карп отмороженный». «Отмороженный». Да, знаешь, что там снимается? «Карп отмороженный». Марина Нейлова. Алиса Френдли. Да. Евгений Миронов. Веселый, классный фильм. Мы посмотрели просто трейлер. Фильм очень классный. Слушайте, ну вы молодцы. Там сюжет такой замечательный. Культ поход, да. Вы рассказываете о таких там событиях. Но это закрытый предпоказ. Это закрытый предпоказ. Да. Но человек, который ответит правильный вопрос, может выбрать. А где это будет проходить? В Колизее, в арт-зале. Наш совместный проект с театром Колизея. Меня возьмете, ребята? Конечно, обязательно. Все. Группа ВКонтакте есть, там уже больше 200 человек. Уже. В Фейсбуке, да. Ой, в Фейсбуке. Группа в Фейсбуке. Ну что, давайте уже зададим вопрос-то нашим слушателям. Пожалуйста. От меня, да? Конечно. Итак, дорогие друзья, скажите, пожалуйста, какого числа ежегодно, вот в этом году, какого числа произошло очень важное событие для нашего персонажа «Вятский Дед Мороз» на театральной площади в присутствии людей? Мэр нашего города Елена Васильевна Киселева вручила... Ковалева. Да, прошу прощения, Ковалева вручила ему... паспорт. Он теперь у нас не Паниковский, ничего, помните, да? Да, человек без паспорта. Где, кстати, написано «пол мужской, гражданин России, род занятий, волшебник». Какого числа состоялось это событие? Вот такой вопрос. Подскажем, недавно это было. Да, это совсем недавно было, поэтому кто ответит, тот и получит приз. Вопрос на внимание. Да. Вот некоторые понимают, что вот я, например, как выяснилось, уже немножко путаю даты предновогодние. Я был совершенно уверен, что не 30-е число. Серьезно? Да, он меня долго переубеждал, Володя. Да. Смотрите, не успели мы сказать, и уже звонок, ребята. Да, кстати, вот это, ну ладно. 211-101. А уже звонят. Алло, вы в эфире, добрый день. А здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Лена. Лена? Лена? Да. Я не послышалась, Гена. Нет, Лена. Отвечайте. Это 17 ноября. Неправильно. Леночка, неправильно. Давайте мы вам вторую попытку дадим. Не, ну Лена просто, наверное, его как раз совместила с днем рождения, да, Деда Мороза? Да, днем рождения Деда Мороза. К сожалению, нет, у нас есть четкая паспорт, дата. У нас это паспорт совсем... не дают в день рождения, в день рождения дают свидетельство о рождении. Да, поэтому... А паспорт дают по достижении определенного возраста. Поэтому... вперед или назад? Это ближе к сегодняшнему дню, да? Да, конечно, ближе к сегодняшнему дню. Совсем недавно это было, Лен. Давайте с 1 декабря. Угу. А, понятно, Лена, вы все-таки вы немножко, так сказать, просто не следите за городскими новостями, но, по крайней мере, хорошо слушать эту программу, да? Ой, Лен, ну вот сейчас не можем, сейчас, к сожалению, не можем вам ничего вручить. В любом случае, спасибо, что вы еще участвуете, да. У нас во втором часе возможность дозвониться, да. Ждем еще звонка 211-1. Вот так вот. Вопрос крайне простой. Да. Надо назвать дату. Назвать день, в который Деду Морозу был вручен паспорт. Из рук, собственно, да. Главы города. Теперь мало ли Дед Мороз заходит в магазин, его спрашивают паспорт, он его может показать. Да, то есть поэтому можно читать словарь спиртных напитков. То есть Дед Мороз заходит затариться. Опять звонок. Конечно, звонок у нас. Алло, добрый день. Добрый день. С наступающим, как вы зовут? Вас также, меня зовут Людмила. Людмила. А меня Руслан. Людмила. Очень приятно. Меня раньше все спрашивали, а где твоя Людмила? Ну, вы нашли ее, надеюсь? Да, 25 лет назад. Вот, молодцы, я вас поздравляю. Спасибо. Вот. Давайте, отвечайте. Людмила, ну что? Я так думаю, это произошло 24 декабря на Театральной площади. А вы там не были, Людмила? Нет, я, к сожалению, не была. Но вы следили, но я об этом за новостями, да? Спасибо вам это большое. Это день официального открытия, собственно, новогоднего городка на театре. Да, новогоднего городка в этом году, на мой взгляд, очень красивый. Городок подсвеченный. 24-го состоялось зажжение вот этой елки. И действительно, в присутствии руководства нашего города, два было Деда Мороза на сцене, и вот ему вручили паспорт жителя города Кирова. Правда, вы угадали. Спасибо вам большое. Сказали правильный ответ. Поздравляем. Что хотите выбрать из перечисленного чуть ранее нами? Длинного списка призов. Я хочу выбрать билеты в кинотеатр. Билеты в кинотеатр. Давайте в смену. Смена. В смену. На любой фильм. Да. Отлично. Давайте в смену или дружбу пойдете. Хорошо, отлично. Вам наш редактор объяснит, как вы сможете получить. Две минуты у нас остается до конца первого часа культпохода. Я предлагаю
еще один Руслан вопрос задать. А мы уж во втором части с Николаем будем. Задаемся. Пыхтеть. Да, мне хотелось бы задать следующий вопрос из области, значит, театрального нашего, уж коль скоро это культпоход, и нашего прототипа Вадима Анатольевича Афанасьева. Какой культовый спектакль Вадим Анатольевич Афанасьев поставил в своей жизни? Это детское имя, женское имя. Вот какой культовый спектакль поставил кукольный, на котором выросло очень много поколений кировчан, которые сегодня репертуарно идет в театре кукол, который можете посмотреть. Вадим Анатольевич Афанасьев, чье имя, фамилию, так сказать, носит театр кукол. Он представитель династии Афанасьевых кукольников, о которых, кстати, сам Сергей Владимирович Образцов сказал в свое время: нас, русских кукольников, осталось двое. Я да Афанасьев в Вятке. Это доподлинно было известно. Как называется этот детский кукольный спектакль? Небольшая подсказка. Это женское имя. Ну, такое оно в интерпретации такое для девочки имя. Вот такое. Вот такое вот. И сколько уже получается оно на сцене-то? Больше 35 лет. Больше 35 лет. Больше 35 даже? Да. Я думаю, да. Больше 30. 211-101. Ну что, давайте вспомним легендарную. Да, пока хотелось бы сказать: по снежным, по просторам спешит он к ребятне, и свой волшебный посох всегда в его руке. Одет в наряд веселый, подарков целый воз, спешит на праздник детям наш вятский Дед Мороз. Он фокусы и куклы сложил в свой чемодан, и разными вкусняшками набил цветной карман. Чтоб было людям весело, не вешали чтоб нос, приходит к нам под Новый год наш вятский Дед Мороз. Что, ребята, и звонок в эфир раздается. Почувствовали себя на утреннике? Да. Добрый день. Добрый. Да, добрый день. Как зовут вас? Вадим. Вадим, слушаем. Как Вадим Анатольевич, кстати. Да. Красная шапочка. Нет, неправильно. Шапочка. Красная шапочка. Это не неправильно, очень женское Вадим. Имя, неправильно, скажем так, да? Неправильно. Вадим, еще одна попытка. Есть еще какие мысли? Синяя шапочка. Ну, у нас просто время очень мало, на самом деле. Спасибо. Вадим, посмотрите репертуар и приходите в театр. Любите театр. Ступайте в театр, как говорил Белинский, да? Живите и умрите в театре. Помните, он говорил такие фразы? Вадиму, вы не можем принять вам... Ну, с Новым годом, в любом случае. С Новым годом. Спасибо, что позвонили. Ребята, спасибо вам большое, что вы... Подождите, обращаюсь к нашему звукорежиссеру Денису Князеву. Денис, ты даст еще нам возможность еще один звоночек принять? Нет, говорит Денис. Ну, тогда уже будем на этот вопрос отвечать во втором части. Я вас хочу просто искренне поблагодарить от всех, кто этот проект делал. Честно вам могу сказать, что Елена Чеглакова, она участвовала в этом проекте в прошлом году. К сожалению, она туда же отправилась в свою последнюю гастроль. Это знаменитая наша кировская артистка, мой партнер. Знаете, люди, которые участвовали в этом проекте, иных уж нет, а те далече. Поэтому я, Владимир и Николай, и радиостанцию «Эхо Москвы» искренне благодарю за то, что вы уделили это внимание. Это в память об этих людях и во имя живых, во имя поколений сегодня кировчан. И дай бог нашей многострадальной земле сегодня, так сказать, обрести какой-то хотя бы покой на несколько лет. Спокойствие, чтобы о нас знали, знаете, в средствах массовой информации вот по таким проектам, а не по каким-то очень нелицеприятным историям, которые, к сожалению, в уходящем году переполняли эфир. Ну, их было достаточно. Да, пусть это останется в прошлом. Я вас, ребят, поздравляю с Новым годом. Желаю вам всего самого доброго и мирного нам всем неба над головой. Спасибо большое. Спасибо. Взаимные спасибо, пожелания, Руслан. Конечно же, Руслан Мамедов в нашей студии. Культпоход не заканчивается, мы вернемся через 20 минут. Культпоход.